господин Коломойский, радио «Свобода». Скажите, пожалуйста, что говорит глава областной администрации в ночи? Ну, с тобой хочет увидеться, блядь. Другой возможности нет, как тебя увидеть, твое лицо. Радио «Свободы». А что ты не спрашиваешь, как рейдерский захват в Укртранснафте произошел? И русские диверсанты сюда попали, а? Что ты об этом не спрашиваешь? А, или тебя Коломойского, блядь, надо увидеть. Мы освобождали здание Укртранснафта от русских диверсантов, которую захватили. А ты со своей свободой сидишь тут, блядь, и караулишь, блядь. Как тёлка, блядь, своего неверного мужа. Игорь Валерьевич, так что? Ну что, ты заткнулся уже? Или про паспорта хочешь спросить? Или ещё за что-то ты хочешь спросить, а? Давай про русских диверсантов спроси. Чё ты ни одного не поймал? Радио «Свобода», блядь. Ты такая же свобода, блядь, как та, что в парламент не прошла. Тягнебоковская проститутка, блядь.